Какие хорошие люди не дали прикрыть этот фестиваль. Всего лишь 8-месячная годовщина у нас с того момента, как имена лучших отечественных рок-музыкантов стали произносимы в нашей печати. Они до этого были почти такими же неизвестными, как имена Бухарина, Рыкова, Томского и других замечательных людей. И вот теперь мы вдруг всех их увидели на сцене. Причем не в подвале в ЖЭКе или заводе резиново-технических изделий, а вот в таком вот помещении под открытым небом, куда может войти фактически каждый, в том числе совершенно неподготовленная заводская и сельская молодежь, а не только избранные посетители рок-лаборатории. К сожалению, в Москве подобные мероприятия проводить очень трудно. Видимо, большая загазованность мешает, высокая концентрация бюрократии среди населения, другие факторы экологические, которые еще не изжиты. Но зато есть город Подольск, город Черноголовка, такие крупные центры культурные, благодаря которых рок-музыка в Московской области все-таки еще существует. Можно вслед за мной.
ниточку, ниточку оборвут острые, шустрые ножницы. Тропочка, ниточка кончится. Калипсо! Группа «Настя» закончила свое выступление.